Добрый день, дорогие друзья! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Для тех, кто впервые у меня на канале, меня зовут Алла. Сегодня речь пойдет об уходовой косметике, которую я для себя открыла и которая меня, знаете, сказать, что удивила, это ничего не сказать. Она меня просто поразила, поэтому я сочла просто необходимым с вами поделиться. Возможно, вы сейчас находитесь в поисках каких-то уходовых средств, уходовых схем. Так вот, и те средства, о которых сегодня я вам расскажу и покажу, они как нельзя лучше подходят именно для возрастной кожи. Даже можно сказать не для возрастной, но 35+, вот смело, да, уже можно использовать. И также в силу того, что эти средства очень легкие, и они, естественно, как нельзя лучше подойдут именно на летний период. Поэтому вот если вам интересен такой формат, оставайтесь, я приступаю к обзору. Итак, сегодня все средства из одной линейки, одного бренда, а именно Тиана. Это, кто не знает, российский отечественный косметический бренд, который, вы знаете, сейчас достаточно популярен, который реально выпускает очень качественные косметические продукты. И у них, кстати, очень хороший сайт. Я оставлю ссылку, зайдите, обязательно посмотрите, потому что там не просто перечень товаров, перечень уходовых средств, а там именно с подробным разъяснением, с подробным описанием, с составом, разбором состава, с отзывами. И даже при желании там консультанты могут подобрать вам схему ухода, да, с учетом ваших потребностей, потребностей вашей кожи. Собственно, вот мне и подобрали консультанты, потому что даже не я сама выбирала эти три средства, о которых сегодня я вам расскажу. И вы знаете, настолько в точку, настолько я довольна, что у меня было желание, если честно, снять обзор уже на второй день использования. Но обо всем по порядку. Значит, три средства, как я уже сказала. Первое — это вот такая маска, ночная маска с токсином улитки. Далее это такой микрофлюид крем, ну такой легкий крем, называется микрофлюид с наночастицами золота. И еще одно средство — это уже ампульная косметика, ампульные сыворотки с вытяжкой грибов. Но пусть вас это не пугает, сейчас я подробно расскажу о каждом из этих продуктов. Начну я, наверное, с микрофлюида. Значит, там у Тианы представлено несколько вариантов микрофлюидов. Еще раз повторюсь, они очень легкие по своей консистенции, очень удобные в применении, они очень быстро, легко впитываются, не закупоривают поры, не провоцируют никакие воспаления. Они работают, и причем работают прекрасно. У них несколько вариантов, у меня вот такой с наночастицами 24-каратного золота. Помимо вот наночастиц вот этих вот, сюда входит еще несколько комплексов. По-моему, там основных 4 или 5 комплексов. Название я, к сожалению, вам не скажу, потому что там по латыни написано. Но каждый из этих комплексов отвечает за определенные функции, за определенные какие-то моменты. Ну, в целом заявлено, что он, вот это средство должно, во-первых, работать на то, чтобы синтезировать у нас коллаген, значит, также туда входит еще ретинол, витамин Е, значит, что отвечает за выравнивание рельефа кожи, тона кожи. Опять же, также туда входит еще комплекс, который отвечает за антигравитационным свойством обладает, потому что вы знаете, да, что мы многие, как бы с возрастом у нас черты лица, вот все как бы немножко опускается вниз, вот эти вот и брыли от чего появляются. Так вот, здесь входит комплекс, который борется с этим, который это предотвращает. Я, наверное, бы, может быть, и не поверила, если бы вот так мне просто кто-то рассказал, если бы я не применила вот эти три средства. Значит,
Первый день я их использую все в тандеме. Сначала я наношу ампульную сыворотку после очищения лица, но о ней чуть позже. Далее я наношу микрофлюид и маску часа через два. Но маску я применяю два раза в неделю. Так вот, после первого применения вот этого микрофлюида, вот ампульной сыворотки и маски, я с утра встала, и вам честно я могу сказать, что я просто была, ну, в таком легком шоковом состоянии. Кожа у меня была, знаете, вот на ощупь, по ощущениям, как после такого очень хорошего пилинга, как будто бы я сделала накануне. Она у меня была просто шелковая. Поры просто сузились на глазах за одну ночь. Я не могу, конечно, сказать, что у меня прям все морщины сразу разом исчезли. Конечно, нет, да, но вот в основном борьба-то вот идет с мимическими морщинами, что у этого средства, что вот у еще одного. Глубокие морщины, вы же понимаете. Вот, но овал лица, состояние кожи лица, ощущения вот эти с утра, цвет лица, вы понимаете, я настолько была удивлена и поражена, что вот точно, однозначно могу вам рекомендовать. Присмотрите ссылку, я вот на этот микрофлюид оставлю. Ну, в общем, я очень довольна. Второе средство, о котором я хочу рассказать, это уже маска, ночная маска. От мимических морщин. Вот такая коробочка, вот в такой бутылочке. Они все очень удобные в применении, они все с дозаторами. Я очень люблю вот такое оформление. Я не люблю банки, чтобы туда, знаете, вот не залезать руками. Что содержит вот эта маска? Она также направлена на борьбу с мимическими морщинами. Она содержит токсин морской улитки. Что такое морская улитка? Это такой, знаете, ядовитый моллюск, который обитает в глубоководье, ну, либо в тропическом климате, либо в умеренном, например, в Средиземном море есть. Вообще его яд токсичен, но как бы сравнительно недавно ученые стали применять этот яд не только в косметологии, но и при изготовлении медикаментов, а именно как обезболивающее средство. А в косметологии его действие направлено на то, что оно вызывает вот этот токсин, он вызывает такое локальное воспаление тонких линий на лице, за счет чего происходит выпячивание и сглаживаются морщины, вы понимаете, они как бы разглаживаются. Значит, как бы заявлено, что здесь через 2 часа эффект заметен, я не знаю насчет 2 часов, наносила я ее прямо вот на ночь тонким слоем и не смывала. Вот с утра, слушайте, ну я говорю, я была после первого дня применения, я с утра встала, я в шоке. И я не знаю, что... Ну, потом, естественно, я использовала уже вот одно это средство, потому что маску я использую только 2 раза в неделю. Но даже без использования маски все равно эффект меня просто очень сильно радует. Вот. Но маска, она еще, так скажем, усиливает вот этот эффект. Поэтому, если вы ни разу не пользовались вот таким средством, если вы ни разу не применяли, попробуйте, купите, однозначно вы не пожалеете. Никаких воспалений, наоборот, я вам больше скажу, что воспаления, которые у меня были на момент начала использования вот этой косметики, у меня как бы были такие легкие проявления воспаления, я, честно говоря, забыла помазать. Я обычно с кинарен-гелем это все купирую, как только чувствую, что у меня что-то появляется. Тут я просто забыла, вот на фоне, так сказать, начала использования вот этой новой линейки. Я с утра стала, у меня вообще все ушли симптомы. Ушли и краснота, и какие-то неприятные ощущения. В общем, я не знаю, что вот из этих трех средств прямо вот так вот сильно подействовало на это. Вот, и я говорю, меня просто поразил цвет лица и сокращение пор. Вообще, ну я просто в шоке. В общем, вот такая маска, тоже однозначно могу рекомендовать. И третье средство, о котором сегодня я расскажу, это уже вот такой 10-дневный курс ампульных сывороток. Но, значит, здесь содержится 10 ампул по составу, отличающихся друг от друга. То есть здесь 5 разновидностей состава по 2 ампулы. То есть 2 дня вы применяете сначала один состав, потом еще 2 дня еще другой состав. И, соответственно, вот так вот 5 раз вы меняете. И каждый из этих составов разный, и каждый из них направлен на устранение определенных проблем. Ну, вы видите, что первый и второй день – это очень нежный пилинг. Третий, четвертый день – это природный филлер против морщин, то есть морщинки заполняются и разглаживаются. Пятый, шестой день – экстра комфорт и защита от загрязнений.
Седьмой, восьмой день – глубокий лифтинг и омоложение. И девятый, десятый – сияние и ровный тон. Вот, вы видите, как выглядит. У меня осталась последняя ампула. Я очень переживала, что я не успею вам показать даже вот хотя бы вот эту ампулу одну оставила. То есть вот как раз десятый день сегодня использования этой косметики. Очень легко ампула вскрывается, и на два раза ее хватает совершенно спокойно, не только на лицо, но на область декольте, шеи, подбородка. В общем, вот на всю эту область совершенно спокойно можно наносить. Также я наносила эту сыворотку под глаза. То есть как? Я наносила сначала сыворотку, давала какое-то время впитаться. Потом я наносила уже вот микрофлюид, вот этот вот, о котором я вам сейчас только что рассказала. Уходовое свое средство под глаза, это у меня отдельно. И далее часа через два, наверное, уже практически на ночь я наносила вот эту ночную маску. И вы знаете, результат меня однозначно порадовал. Ну вот, дорогие мои, поделилась я с вами впечатлением от использования вот этих замечательных косметических средств. И я считаю, что явно продукция фирмы Тиана заслуживает вашего внимания. Если вы никогда не использовали эту продукцию, зайдите на сайт, познакомьтесь, почитайте. Вот, так что надеюсь, что мой обзор был для вас информативен, возможно, даже для кого-то полезен. Я буду только рада. Ну, на этом позвольте мне сегодня с вами попрощаться, пожелать вам нескучных солнечных выходных. Если вы впервые заглянули на канал, подписывайтесь, оставайтесь с нами, мне будет очень приятно. Ну, а на этом все. Пока-пока.